Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Мотобустер, это рубрика «Спорт за сотку». В этой рубрике мы рассматриваем спортивные мотоциклы до 100 тысяч рублей. А перед началом видео поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы погнали. Первый претендент – это Suzuki GSX 600F Katana. Не помню, брал я, не брал. В эту рубрику, скорее всего, нет. А может, и обозревал. Но давайте по новой. Suzuki GSX 600F. Катана, 1994 год. По документам цвет черный, в хорошем рабочем состоянии. Заводится, едет, вложений требуется. Остальной вопрос по телефону. Обмен на авто или мотоцикл с моей доплатой. 600-ка за 75 тысяч рублей. Вы скажете, ой, дешево, такого не может быть. Может. Это Калининградская область и 100% у нее документы на только на Калининградскую область. Растаможка на Калининградскую область. Дотаможить стоит дорого. И у них там привезти их, ну, дешево стоит. Но я бы такой бы здесь, если был бы, взял. А мы переходим к следующему объявлению. Давайте возьмем мотоцикл за 90 тысяч рублей. Непонятно, что это даже и как. Вижу, что Yamaha. ФЗР, да? Да, ФЗР. Так, на ходу с документами. Непонятно. Сколько кубов? 250, 400, 600. Ну, по виду так нормально. 90 тысяч, очень старый. До 89-го где-то года, наверное. Может быть, позже они выпускались. Ничего не скажу. О, Зизер за 65 тысяч рублей второго поколения даже. Мой интернет меня радует. Без боковушек, вообще пластика почти нет. Был в аварии 100%. Пробил мотор, пластик надо паять. Вот это цена... За пробитый мотор без пластика. Ему красная цена, ну, 45 тысяч. Это еще с документами, если. Давайте Suzuki Bandit 250-ка за 80 тысяч рублей рассмотрим. Обычный бандит, блин. Немножко колхозный цвет. Вот эти вот крышки покрашены в колхозный золотистый цвет. Колхозненько выглядит. Хорошее состояние, документы в норме. Резина перед новая, зад износ 30%. Коробка не убивает, не гавкает, масло поменял менял 200 км назад. Цепит звезды на отлично, желательно синхроника рубы. Остальные вопросы по телефону, торг срочно. Блин, дорого. Он колхозный первый, синхроника рубы. Я бы дал бы цену на сейчас, может, 1070. А мы приходим к другому объявлению. Кавасаки ZX9R за полтос. Что? ZX9R, 98 год. ПТС есть. В разбор или под восстановлен. Долго стоял, не запускается. Причин не знаю, торга нет. А КБ нет, блядь. Я думал на ходу. Думал, блядь, надо ехать, забирать. Я бы такой бы себе хотел. Но, блядь, колхоз колхозом, ну, 50 тысяч. Это не деньги для таких мотоциклов. А мы давайте перейдем к последнему объявлению на сегодня. Что это будет? Зизеры были. Так, интернет нас сегодня точно не радует. Интернет нас шлет нахрен. Ну, давайте на сегодня закончим, потому что с интернетом проблема. Как устраню, сделаю новый выпуск. До скорой встречи, подписывайтесь на канал. Всем пока.